Виктор Григорьевич, пора, наверное, нанять пресс-секретаря, который был бы способен поддерживать полемику с оппонентами безэмоционально, исключительно посредством аргументации, без использования уничижительных эпитетов и перехода на личности. Вот, ребята, вот дали формулы, да? Ни одного утверждения, в части такой-то, какая-то формула неверна. Нет, они просто отрекаются, отказываются дискутировать, дебатировать. Они боятся этого. Это позор и стыд. Они пытаются врать, что как будто формул им каких-то нет, когда там вот целый массив, да, который описывает буквально все на качестве на высшем уровне. И поэтому, в принципе, да, вот на математическом уровне, да, мы общаемся с ребятами, которые приходят, да, мы записываем в ролике вполне себе аргументы, да. Задание дефиниции, аргумент мы обсуждаем. Может ли быть неопределяемое понятие или не могут, да, мы все конкретно на аргументах делаем. А когда уже начинаются там такие, ну, эмоции, ну, вот Саватеев обзывается, ну, собственно, не более того, мы тоже маленько над ним потешаемся, имея право, иногда вот прям вот хочется над несмышленным доктором математических наук потешаться. Давайте решим задачу про корректную модель прыжка на жабу. Вот представьте, кафедра высшей математики. Все прекрасно. На палубе лежит модель гомеоморфной жабы, такая здоровая. И источает гомеобразные токсины. Господа преподаватели в основном уже надышались, находятся в частичной или полной несознанке. Последствия тяжелые, некоторые сотрудники полностью огомеобразились и фрудят искривлениями пространства прямо под себя. Студенты, заглядывающие на кафедру, уже давно начали догадываться про жабу и догадались, что именно от этих токсинов уже несколько семестров им режет глаза. Вокруг модели жабы бегает такой садомит-богомолец Саватеев и утверждает, что токсины благотворны. И для полного образовательного Содома и Гоморры не хватает только повысить всем обосравшимся зарплаты. Проблематика задачи такова. Вот если прыгать на модель жабы с модели стула, ничего практически не происходит. У нее только глазки слегка вылазят. При этом жаба наукообразна, подобна и устойчива. Если прыгать на жабу с модели стола, и жабы выпрыгивают глаза уже подальше, выворачивается модель клайки. Вопрос. Если прыгнуть на жабу с модели шкафа, смогут ли брызги и разлетающиеся крышки смыть гомеоморфную контузию хотя бы с некоторых математиках? Их впоследствии можно будет вытащить с токсичной кафедры и реанимировать. Предусматривает ли масштаб решаемой задачи уговаривать контуженных, или это бесперспективно и нужно только давить жабу? Давайте докажем, что Саватееву уготован ад. Какой грех у Саватеева? Математическая гордыня и грех говнопития. Вот он собрал всех детишек, говорит, надо пить вот из этой лужи, вот из этого унитаза. Достоверность информации он не проверял, он просто верует в то, что вот нафрундили математики до. Кругом вода ключевая, чистая, там реки, горы, водопады. Да, он говорит, давайте, говорит, пить тут рядом, вот, пожалуйста. Ты опаиваешь лженаучной доверившихся тебе агнцев. Если ты позволяешь детям пить из канализации, да, вот эту вот всю недостоверную математическую бредятину, то ты грешник, у тебя грех говнопития. Ты можешь сказать, что ты это не классический грех, но ведь есть еще грех гордыня, да, который не позволяет тебе признать грех, не оставляет тебе шансов покаяться. Так что в плане твоего православия, товарищ Выкрест, как бы все печально. Ты не раскаялся, а значит, все, это дорога в ад. Ты не сможешь раскаяться. Саватеев, гад Божий, в ад погружается и будет гореть в дерьме математическом. Вот примерно твои перспективы. С Саватеевым я готов в любой момент выйти на дебаты. Я сказал, что он засыт, он сыт. Он будет продолжать шкуриться, а дальше там ховаться где-то. Он ожидает, что там кто-то на него нападет. У него такие детские представления об этом всем наивно. Саватеев, выходи из наивности. Приходи на дебаты. Конкретно вопрос первый.
Понятия в науке определяемые или неопределяемые? Скажи об этом своим студентам. Ты говоришь неопределяемые, я говорю, ты лошара. Безграмотное чудовище, которое обманывает детей. Все. Это первый вопрос, элементарный. Твоя диссертация, мы подробно по ней пройдемся, да, покажем, насколько ты мошенник. Методы, которыми ты пользуешься. Саватеев, ты мошенник. Я тебе говорю, либо признай совершенные ошибки. Вот когда ты признаешь совершенные ошибки, ты раскаявшийся человек, ставивший на путь исправления, да? А когда ты не признаешь, вот ты как раз этот и грех свой выпячиваешь наружу на поверхность. Ты жулик, когда ты не признаешь свои ошибки. Ты знаешь, что они у тебя есть, и ты их не признаешь. Ты предлагаешь веровать в авторитеты, ты предлагаешь обучить и выучить вот это, Саватеев, вот высшей геометрии. Я специалист, который на много голов выше тебя, понимаешь? Все, что касается искривления пространства, я в этом специалист. Я знаю, где вы врете, где вы не врете. А ты не знаешь, понимаешь? Ты наивное такое существо. Вот я знаю, что такое искривление пространства от и до. Я знаю все о пространстве, о его свойствах. Ты вот школьник. Вот я это все выучил, а ты это не выучил. Помимо того, что ты выучил, я выучил научный метод и правила задания дефиниции. Ты этого не проходил. Ты двоечник. Твоих знаний недостаточно, чтобы хоть маленько на каком-то уровне со мной конкурировать в интеллектуальном плане. Ты интеллектуально стоишь ниже. Поэтому приходи, если ты считаешь по-другому. Покажи нам, людям, оставшимся зрителям. Они же это не забудут, они это понимают. И варианты. Либо ты каешься и осознаешь, что твой Лобачевский – это безграмотное чучело, на которое ты молишься. А Лобачевский – мошенник. Все последователи Лобачевского – это мошенники. Ты, как последователь Лобачевского – мошенник. Это интеллектуальная содомия. Это развращение молодого поколения лживыми тезисами, фальшивыми, недостоверными. Ну, спасибо, кто откликается, кто поддерживает эти темы. Я готов выйти на любые дебаты, когда угодно. И результат дебатов, он известен. Мы покажем, где эти товарищи нарушают научный метод, где они дают недостоверную информацию. А поскольку они спалились, они боятся, что это станет еще больше известно. Вот они и занимаются вот этим увиливанием позорным. Спасибо большое за содействие. Вот волна, которая прокатилась по интернету, такие громыхания. Это, собственно, наш шанс. Шанс на то, что наша цивилизация не уйдет в штопор до конца утра из-за таких безграмотных математиков, из-за таких безграмотных мошенников.